Всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать на стрим. Шестой стрим, друзья. Шестой. По игре Red Dead Redemption 2. Сегодня мы будем недолго, просто не знаю, что-то было скучно. Я на самом деле уже не собирался сегодня стримить, но потом подумал, да ладно, что делать, все равно постримлю хотя бы пару часиков. Так что прям реально пару часиков. Недолго. Но кому интересно, подключайтесь. Будем играть. Я думаю, провод можно от геймпада отключить. Думаю, на пару часов мне должно хватить. Как там? Плачки хватать. Должно хватить. Не пойму, зачем вот эта штучка у них? Фига. Так, дизайнерский элемент или... Какой-то глубокий в этом смысле. Не знаю. Максим, Данил, спасибо за лайки. Так. Ну что? Где моя шляпа? Прошу отписаться, как звук, как картинка, все ли в порядке. У меня все хорошо, надеюсь, у вас тоже. Так, что же у нас по квестам? По квестам у нас... Ой. Кстати. Мы прошли уже. Прогресс. 33%. Мне все норм. Спасибо, Данил. Не особо много мы прошли. А где же наша палатка? Я хотел шляпу нашу найти. И понять, почему мы нашу шляпу не можем взять постоянно в нашу лошадь. Почему там три шляпы какие-то, а той вот, которую мы новую приобрели, ее там нету. Ну так. Это не понимаю я, где наша палатка? Вообще не могу сориентироваться сейчас в лагере почему-то. Что тут все изменилось? Переставили, пока меня не было. Все переставили. Так, ну где же она? Так. Куда-то я, видать, не туда забрел все-таки. Разожгли тут свои костры, видите ли. Так, ну воды вряд ли. Она была где-то слева.
Вот где-то здесь была моя палатка. Ну-то тут какой-то мужик спит вместо меня. Я не понимаю. А где моя палатка? Это тоже не моя палатка. Неужели вот это вот моя палатка? Вообще все закрыто. А, вот она. Боже мой. Так, наконец-таки нашли. Так, шляпы. Вот, кстати, видите, нарисовано, что вот эта шляпа находится в лошади. Где вот моя модная шляпа и почему она не находится в лошади? Я хочу, например, чтобы вот эта шляпа была в лошади. Как это сделать? Так, а, во, положить на лошадь. Да. Положили. Так, и какую еще шляпу мы хотим? Лошадь, вот эта вот дурацкая шляпа, можно ее не носить. Вот эта вот дурацкая. Вот этот котелок, в принципе, еще ничего такое. Можно его тоже положить. Лошадь. О. А будем ходить мы в этой. Так, ну чё. Вроде норм. Всё, я готов. Я готов на великие дела. Какие дела нас только ждут? Большой-большой вопрос. Так, плаката вознаграждения. Можем, конечно же, поехать на Bounty Hunting. Или ограбление дома Хавьер. Или пойти по главным квестам. Я бы на самом деле сделал бы побочные вот эти вот квесты. Давайте сделаем ограбление дома Хавьер. Вот. Давайте прочтем еще, чего они от нас хотят на самом-то деле. Хавьер и Артур направляются в Щепорте, чтобы ограбить живущую там семью. У Джаироды. Так. After you, old fella. After you. Running for our lives. Roy agrees with you. You know, if I didn't know, I'd think he's the same age as them silly girls. Так, мужик. Ты готов на дело? Хавьер. Hey, Javier. I heard about a house. Could be interesting. What kind of a house? I don't know. A couple fellas I heard in town, they said. Said it was really freakish. Family freakish. Local boogeymen, I guess. But they're crooked in every way. So? Well, so these boys thought they were sitting on a lot of cash. And they're highway robbers, kidnappers, apparently. They're well hidden in the woods. That sounds pretty dubious. Of course. Yeah, it's dubious, but there ain't much risk of getting caught. Okay, then. Let's go take a look. Exactly. Just take a look. Да, давайте пройдемся, посмотрим, что там происходит. Так, Альбинка. Милая, это где? Ты красавица моя. Поехали. Поскакали. Ну что, Хавьер, показывай дорогу. Удобно, что мы не скакали это все время, а уже тут на месте. Прохладно. Видите, у меня пар даже идет изо рта.
Так, Альбинка, ты здесь дут, жди здесь, что чего, прибежишь быстро, поняла? Идем. Apparently, his family's been isolated for so long they started talking in their own weird dialect. They really don't like outsiders, especially on their turf. Well, you just keep selling me on this job, don't you? Так. Oh, big place, right? Я, короче, которая здесь живет одна уже давным-давно своими целыми генерациями. Какой диалект аж выработался. Достаньте бинокль. Станем. Так. Свет горит. Not a bad place to start. Вижу лошадей. Must be a lot of people living here. Large house. Да, большой дом. И все, что много людей там. Не хотелось бы всех убивать. Вот прям совсем не хотелось бы. А вы будете? Ну давай. И у него. Посмотрим. Блять, я вот мне не нравится, что здесь постоянно мы убиваем толпами людей просто. Нельзя как-то все по-тихому, по-красивому делать, по стелсу, я не знаю. Well, hopefully it'll make it harder for them to spot us too. Coast seems clear so far. Yeah, so far. С чего он решил, что у них вообще много денег есть? Hey, keep it down. I hear voices. Come on, let's hide behind this shed. See if we can hear what they're saying. Давай. Послушаем. Maybe you'll want to take this time once now. Wait first, Finn. Don't score notions in the Diffy Plymouth head. Stay low, or just stay quiet. Where you been now, Newt? Don't be boiling now, Pappy. I was gone but 10 minutes I was. You can lollygag all the now day long, cause Edie takes patrol now, don't you? What? No, Edie, get all the jam! You shut your patrулят-то? А патрулируют, то есть они какие-то криминальные, что ли? You need to pull it up, boy. Up. Go guard the shed. Go! You understand what they're saying? Not much of it. Да я все понимаю. Перевод как бы. Okay. Take cover by the rock over there. I'll create a little distraction, and then you jump them, okay? What kind of distraction? You'll see. Be quiet. Так. Где мне? А. Не здесь. Не здесь. А, подождите, и там. И, ну меня видно на самом-то деле. Как бы, камни не такие уж и большие. И что мне делать? Блин, трое. Твою мать, я ж просил без убийств. Почему все так должно заканчиваться, а? Thank you.
Ни хрена я не попадаю. Ой-ой-ой-ой-ой, мы женщину убили. Так, ладно, я понял. Пришло время ближнего боя. Последний, да? Ну, заходим. Ни хрена не видно. HD7, please. Hi. Hello, dear friend. Так, ну мы как всегда всех перебили. Я не знаю, блядь. Меня уже начинает совесть мучить на самом деле в этой игре. Почему все так должно проходить, а? Ну надо всех убивать. Ну нельзя как-то вот, блять, ну не убивая людей грабить. Я, конечно, понимаю, типа, это Дикий Запад и все дела, но, ёптвою мать. Ну, человек уже 500, наверное, положили, а то и больше. Тут была осмотр... Туксик, привет. Подожди, подожди, я здесь лутаюсь пока. Прима. Так, он... Вот фиг. Arthur, we need to find the money, get the hell out of here. Я была вот тут. А, закрыть ящик. А было еще какой-то знак осмотра. А, вот, вот, карта. Карта, карта, карта. Я их собираю. Как жизнь, да нормально все, спасибо. Сергей, привет. Так, ну идемте. Сразу же трупы лутаем. А вот что есть полезное. Патроны. Еды. Что особенного? Ну что скажешь, что-то прятали они тут, а? Толкнуть. Ну давай толкнем. Дать тайник. Ничего я тебе неинтересного не расскажу. Вот и тайник. О, неплохо, неплохо. I told you it was worth the trouble, didn't I? Yeah. You take this. Let's split up. I'll meet you back at camp. Sounds good. Так, ну пачка выглядит внушительно. Сколько? Сколько бабла-то? Ну? Ну?
Сядь. $85. Так вот. Было бы больше. Так, а где здесь труп показывают? Ну что ли? Можно смотреться этим глазом, но я тут... Наверх я, походу, не залезу. Да, там женщина... А, не залезу. Не залезу. Вот. Мы там женщину прикокохали. И что-нибудь полезненькое есть. О, и сундук там наверху. Какие планы, куда дали? Да пока никаких планов, пока этот квест делаем, дальше не знаю. Так, давайте сундук осмотрим, да. Ох, тут еще кучу баблища, нормально, нормально. $50. И еще ценность, драгоценность. Еще деньги, да? И еще $50. Отлично, вот это да. Видать, ее драгоценности были. Так, а в этот дом мы сможем зайти, интересно? Если даже и не сможем, мы тогда сейчас этого еще залутаем. Так, вот этого. И попробуем войти вот в эту хату. Я думаю, не сможем. А не, сможем. Найс. Так. Брать не можем. Кстати, уже пул. И спальня. Это нам тоже не надо. Слушайте, большой дом. Так, дорогие сигареты Бурбон. У меня есть уже. Тем-тем-тем-тем-тем-тем. Так, Useless Random хочет, чтобы тебя чтобы его забанили, да? Ну что ж, мы, наверное, выполним его просьбу. Так, заблокировать пользователя. Отлично. PS Pro? Yes, PS Pro. Так, берем. А тут нечего брать, просто еще ищем. Но давайте обыскиваем дальше. И это у нас есть. И это у нас. Да, дальше идем. Как там мои телочки? Ты про каких телочек? Телочек. Это ты мне там обещал каких-то телочек. Как и не сдержал никогда свое обещание. Так. Сумку эту нельзя залутать? Нет, нельзя. Это комната. Ладно, еще одну посмотрим. Но на самом деле надежд мало, что здесь что-то будет полезное. Да, тут, скорее всего, тоже ничего. Это есть. Помада для волос. Я не пользуюсь помадой для волос. И тут ничего нету. Ну все, тогда надо валить. Хотя, наверху там может еще что-то быть. Давайте глянем. Так, так, так. Это похоже на оружейный ящик. Ган. Плох. На халяву получили помпган. Подган.
Так, ну что ж, неплохо, неплохо. Оп. У меня даже появились сомнения, что мы тут все залатали. Тут же тоже была лестница наверх. Да-да-да-да, давайте посмотрим, что тут за лестница наверху. Я сейчас себе нашел, и то мозги мне ебет. Ну так, а как ты хотел? Девушки всегда делают мозги. Без этого никак. Когда найдешь ту, которая не будет тебе делать мозги, захочешь на ней жениться. Когда на ней возьмешь ее в жены, тогда она тоже тебе начнет рано или поздно делать мозги. Вот такой вот круговорот. Так. Я думаю, все. Мы готовы. Альбина, ты где? Альбинка. Сладкая. О, вот ты моя милая. Так, пошли-ка мы отсюда. Так, вопрос только, куда мы пойдем? Мы неплохо так денег подняли на самом деле, да? И новую винтовку нашли. Все очень даже неплохо получилось. Правда, опять куча людей укокошили, но что делать? Ауди, парта. Я думаю, тебя посадят. Я волнуюсь за тебя. За что меня посадить? Ее оружие там оставил? А это не страшно. Это не страшно. Становится тут. Да, давайте съедим. Это не страшно, потому что у меня здесь оно есть, понимаешь? Вот, смотри. Магазинный карабин, винтовка с открытым затвором. Там-там-там. Автоматически. Помповый. Лук. Подожди, где же она? Наверное. Вот, да, она. Вот она, болтовая винтовка. Полуавтоматический. Вот он, новый этот дробовик. Я только не помню, что там надо нажать, чтобы его почистить. Как там, вот как-то так, да? Так, почистить x, то есть квадрат. Все, видите, почистили, стал как новенький. Ну сейчас станет как новенький. О, так он черный вообще, красавчик. Смотрите, какой классный. Not bad, not bad. Так, как он стреляет? В принципе, неплохо так, довольно скорострельно. Не ебут мозги те. Так, стой, подожди. Да я сначала поеду куда-нибудь, а потом будешь мне рассказывать про тот, кто тебе мозги ебет, кто нет и так далее. Так, Альберт Мейн. Что ты хочешь? Альберт Мейн, требуется дальнейшая помощь в фотографировании животных. Не, я пока не готов. Идемте вот, может, да, поймаем кого-нибудь злого. А то мне... Это уже надоело убивать невинных людей. Yep. Так. Так. Не ебут мозги те, кого ты ебешь. Девушки с низкой социальной ответственностью. Сейчас вообще ничего не понял, что ты мне написал. Не ебут мозги те, кого ты ебешь. Ты, как всегда, непонятный токсик.
Это, конечно, интересная теория, но она не работает. Ебут мозги все. Бывает такое, что даже тебе мозги ебут те, с которыми ты не встречаешься, так что... Экс-подружбе шаришь? Секс-подружбе. И типа тебе мозги не его, да? Ну-ну. Я ща. Попить возьму. Секс за деньги? Не. Не люблю секс за деньги. Ну, как бы я ничего, в принципе, против не имею, но мне не нравится весь этот процесс. Но там, скорее всего, что да, наверное, тебе мозг не ебут. Хотя тоже разные случаи бывают. Привет, ребят, а видео классное на 10к подписчиков. Сделаем чё конкурс? Чё, блять? Во-первых, чувак, это не видео, а лайвстрим. Раз. А два, ты, наверное, бот, который рекламируешь какой-то ебатню. Кого-то там стреляет? Или мне кажется? Блять! Сук! Это как получилось так вообще? Что? Да подожди ты, мужик, блять! Что происходит, ёбаный в рот? Ты чё, блять, начал в меня стрелять-то? Девушка вон тонет. Ну а как ее выловить-то? Наверное, я могу поднять или что? Да, я ее могу взять. Так, а где Альбина? Альбина, ты куда делась? Ты лайф, привет. Так, надо, наверное, ее положить, да? Узнать, что вообще произошло. Освободить. Kind of ты че хамишь-то вообще? Дура. Тебе крупно повезло. Ты куда убегаешь? Бать. И что это было? Ну ты и тупая баба, ну ты и тупая, пиздец вообще. Дай Артуру покурить. За ваши донаты все что угодно. Ну так донатов нет, тогда нет. Так, еще одного чувака надо. Ой, нет.
Хотя он и так забаненный, походу. Так. Трум-тум-тум-тум-тум. Ну я не понял, да, я вообще не понял, что это было, кого мы... Подождите, мы же его можем залутать. А что это я вообще действительно не залутаю? О, какие-то 5 патронов. А где трупак-то вообще? Смыло, что ли? О, трупака-то нету. Это течением его унесло. Ну, что поделать, ничего не поделать. Погнали. Просто въебашился в кого-то. Кто-то тёлку какую-то куда-то вез, своровал. Я ее освободил, она взяла, убежала. Что это было? Вообще непонятно. Так, далеко ли мы? Нашей цели. Еп, твою мать, еще далеко. Ну ладно. Едем. Наслаждаемся прекрасным видом. Если есть какие-либо вопросы, можете как раз их сейчас писать. У меня есть время с вами поболтать. Кто знает, нахуя вот эта вот штука тут? Зачем она светится? Это типа так модно? Или что? Или есть какой-то практический смысл в этом? Что за ебок? Я рад за тебя, Роман. Невероятно рад. Кто из вас вообще отмечает Хэллоуин? Есть такие люди? Ну хотя, если вы отмечаете Хэллоуин... Блять, еще кого-то везут. Че вообще, вы прикалываетесь? Скакали, посмотрим, что там за дела-то. Куда они ушли-то? Я не понял. Не понял, а куда эти ребята проехали? Они же тоже ехали куда-то сюда, в эту сторону, нет? Куда они делись-то? Везли какое-то тело тоже, двое всадников. Куда они делись? Потеряли, пока мы тут кушали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну ладно. Они сюда заехали? Да, вроде не похоже.
Так, давайте еще немножко лошадь нашу покормим, потому что у нее совсем нет энергии. И мы, кстати, тоже особо не наелись. Да? Да не, у нас более-менее все нормально. Так, отскакали. Потеряли мы этих двух ребят, к сожалению. Вообще не пойму, что происходит. По пути у нас уже вторые такие люди встречаются, которые везут просто какую-то тушу. Ну, то есть как тушу человека? Наверное, скорее всего, что опять женщину. Может быть, это вот тот квест, там, где мы освободили эту женщину, он как-то у нас зафейлился, и это была сейчас вторая попытка у игры, я не знаю. По-моему, как-то странно. Ауди, парни. Нам надо альбинку прокачивать, а то у нас она совсем не прокачанная. Для этого нам надо, конечно, больше на ней кататься. Блин, она уже вся запачканная. Ну сейчас приедем, почистим ее. Я, кстати, так и не понял, что это дает маска. Мы вроде как, когда в маске, типа нас должны тогда не опознавать. Но нас все равно опознают. Будучи мы в маске или без маски. Как-то без толку эта маска. Не совсем понятен смысл маски. Зайчишки бегут. Конечно, вот очень живой мир. Мне это нравится. То есть, ну как бы вот. Ну, вы, наверное, играли кто-нибудь из вас в PUBG, да? Вот он мертвый просто. Ну как бы. Там типа деревья, трава, да. И все. То есть. Мир как бы сам по себе, ну, карта, да, ну, и понимаешь, что это дурное сравнение, но просто мне вот всегда вот мешало вот то, что вот игра мертвая, там вот нет никакой живности, ничего. Может, пару мух там где-то летает, да? Здесь же прям вот как в настоящем, ощущение как настоящий мир, едешь, тут зайчики пробежали, там вон ворона пролетела, каркает. Там какие-то всадники проехали. Тут кто-то ругается, что-то это. Какая красота, да, я согласен. Rockstar, конечно, молодцы. Мне кажется, они с этой игрой просто вывели игровую индустрию просто на какой-то новый уровень абсолютно. Чё, блять? А что такое, ёб твою мать? Я вообще ничего не успел сделать. Вдруг какой-то, блядь, набег с нихуя. Что происходит? $42 у меня спиздили. Ну, нормальная вообще тема. Я еще типа злодей в этой игре, да? Так, а почему я больше не могу съесть? Одну хочу съесть.
Раз. Поехали дальше. Игра не перестает удивлять. Просто ехал себе, вдруг, блядь, какая-то облава. Ладно, облава, но мне вообще шанса не дали. Я не успел даже пистолет высунуть, как меня застрелили. Дмитрий, спасибо за лайк. Марк, если ты с... Awesome game. Some shut eyes. Он со мной типа разговаривал или просто сумасшедший, который едет и сам с собой разговаривает? Блять, такое опять. Что? Сейчас опять меня убьют, да? Че, мужик? Подожди, мы тебя знаем. Я, по-моему, тебя убил в прошлый раз. Или ты другой мужик? Ладно. Освобожу. Вопрос. Это, ну встань же ты, блядь, по-нормальному. Everyone deserves a second chance. Come on. Please. Да, подожди. There you go. Oh! Thank God! Oh, well, I've waited to hear that noise for so long. Yeah, I bet. I wish I could give you some money or... Well, you know, Обычный квест нам дал. Найс. Окей, girl. Поехали, Альбинка, поехали. Настоящий Дмитрий только на пике, а там бот опять. Кто такой Дмитрий на пике? Не знаю никаких Дмитриев на пике. Или это ты типа? Блин, какая же все-таки игра красивая. Я вот просто не перестаю восхищаться. Окей, текстуры вот у этого дерева могли бы быть и красивее. Это типа Cherry Blossom, но выглядит он, конечно, так себе. Издалека красиво, но вблизи понятно, что, видите, не особо красиво. Альбинку надо почистить, а то она что-то совсем загрязнилась. Я бы вообще на самом деле по этому городу погулял бы. Мне надо к оружейнику еще заехать и сделать грейд на этот помповый дробовик. То я так понимаю, он у нас базовый абсолютно, да? Hello. Так, hello, да. Давайте мы, во-первых, почистим Альбину.
И Джон, это из. Так, потом ее, наверное, покормим. Вот, уже лучше. И пойдем возьмем розыск этот. Так, сколько за него вообще дают? Кто это такой? $100. $100. Ну чё, $100 не валяется на земле, правильно? Читать, убрать. Ну давайте почитаем, кто такой вообще. Разыскивается награда Линдси Юфорд. Вознаграждение за живого или мертвого. Ага. Ну, попытаемся взять живым, наверное. А главарь налетчиков из Леймана, он разыскивается за бунтарство, антиамериканскую деятельность, убийство и прелюбодеяние. А что ж такое прелюбодеяние? Это изнасилование, что ли, так называли раньше? Прелюбодеяние. Надо будет запомнить. Помнишь меня, Олигар? Если честно, не совсем. How you living? You going after Lindsay Waffle? I might be. Or I might just wanna hang his poster up on my wall. Так. Теперь нам надо найти оружейную лавку. Я бы нашел, да, где вот оружейная лавка. Да, заедем. И куда бы нам еще поехать? Наверное, пока хватит оружейную лавку. Так. Там мы игры донем, тут помповик, посмотрим, что еще есть. Ты на чем играешь, на плойке или на компе? Этой игры нету на компе. Гриша. Я играю на PS Pro. Я тебя пытался научить читкодам. А, все, вспомнил, да, теперь. Олег, ну ты же знаешь, кто читерит, у того писюн становится маленьким. Поэтому у меня очень большой писюн. Потому что я никогда не читерил. Некоторые девушки даже жалуются. Побольно. Так, ну пойдемте посмотрим. Оружие. Да, давай посмотрим. Модифицировать. Хорошо, что у нас его нет. Отрезали. В смысле? У тебя писюна нет, мужик? Так. Так. Самовзводный револьвер. Та-т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 а. Винтовка с откидным затвором. Кстати, мы ее тоже, по-моему, не грейдили еще. Дробовик обрез, двухствольный дробовик, помповый дробовик. Ну, кстати, двухствольный будет лучше, но если мы это сейчас загрейдим, может быть, он будет. Сейчас посмотрим. Так, компоненты. Ствол. Длина. Длина, конечно же, имеет роль. Что бы вам там девушки не говорили, длина имеет. Ой, привет. That's great. Так, нарез. Нарез тоже повышает дальность. Берем. А вот урон не возрастает, как бы. Железные прицелы. Добавим. Тоже ничего не даст, только какой-то делает.
Обтяжку можем поставить еще для красоты. Так, стили. Металл. Можно какой-нибудь... Я не знаю, мне в принципе нравится в чем. Ему в черном цвете. Вот. Надо мне вот кожу мы цвет можем поменять. На какой-нибудь. Даже не знаю. Лак поменяем. Лака будем. Это красивый лак. Лучше ничего. Такой. Мне, в принципе, нравится вот этот. И мне нравится. То есть вот этот, да, мне лак. Вот этот. И какой-то там мне понравился. I hope this store will bring more people to Chinatown. Вот этот, кстати, клевый. Тогда она будет такая вся черная, типа, да? И вот этот мне еще тоже лак нравился. Давайте ее сделаем вот такой вот, типа, темной. Темной. Тогда на самом деле, мы кожу делать какой-нибудь тоже темноватой. Ну, темноватых кожи нет. Такая вот самая темная. You see the church across the street? Father O'Leary. Тогда, может быть, еще с металлом немножко побалуемся. I sold it to him. Just in case turning the other cheek doesn't work. Сел, спусковой крючок. А рамку можем, типа, вот такой другого цвета сделать. Золотистой такой. Very good chop suey on the street. Say I sent you. Вот такой вот медный может, да? В принципе, может не так уж и плохо смотреться такая медная. Че вы там спамите-то, друзья? Можешь пойти ограбить банк? Не грабится тут банк. По крайней мере, я не знаю, как это сделать. Так. Plenty of lively bars nearby. Be sure you take a gun. Прицел может быть тогда тоже золотой. И может быть тогда окрит. Что делать золотым? И болт. Болт должен быть, наверное, тоже, да, в цвет. А вот ствол оставим и такого же цвета. Выглядит неплохо уже, я бы сказал. Да, мне даже так нравится. You won't find a better selection of firearms this side of the river. И как мне это все так? Так. И вот так, да? Все. Грейданули. Боеприпасы надо еще докупить. А боеприпасы у нас есть. Теперь максимум. Так, у нас еще есть... еще есть одна винтовка, которую мы не грейдили, по-моему. Это вот. По-моему, она у нас не грыжена. Во-первых, мы ее давайте почистим. Во-вторых, компоненты надо посмотреть. Да, она у нас вообще не грыжена. Так. Железные прицелы, конечно же, нам нужны. Оптические прицелы. Я на самом деле не знаю, или они нам... Почему бы на самом деле и нет, да? Короткий и длинный. Поставим длинный, конечно же. Так, ложа. Для красоты, конечно же, она по-любому красивая. Обтяжка. Тянуть. Ох, какая красотка выходит у нас, а? Или I can do some nice ornate engraving on there. If you like, good price.
Не знаю, мне даже вот в базовом цвете даже нравится. Что нужно там менять. И даже кожа подходит по цвету. Я же посмотрю, что тут еще на выбор есть. По-моему, даже красивенько. Можно темную такую кожу, и тогда она еще более брутально так. Давайте, да. Темную кожу поставим ей. И даже хорошо смотрится, я сказал бы. Так, а что там по боеприпасам? Там припасы какие-нибудь. Looks like you've been taking good care of that gun. Красные патроны. Do you have enough ammunition for that thing? Пресс патронов тоже еще купим. That's gonna be great. Карабин. I can see you look after your firearm. Это, по-моему, не. Что вообще? Это и на продавце. Что же вы такие живодеры, а? I could add some rifling into the barrel if you want. Makes it much more accurate. Мне вообще эта винтовка не нравится. Дальность. Хотя она по параметрам не так уж типа и плоха. Что это вообще за... Магазин карабин. Вот этот вот, кстати, самовзводный револьвер мне очень понравился. Он у меня, по-моему, не грыженый. Или грыженый. Glad to see you're taking care of it. So many people don't. Грыженый. Грыдил. Он очень клевый, потому что он быстрый. Прям... Прям быстрый. Еще, по-моему, можно было нарезку сделать. Да. Такую. Она, видите, она не вся, она как бы не на всю дуло, и поэтому это выглядит по-дебильному. Брать? Так. Поиски револьвера, ну нет. Вложить во вторую кобуру. Магазины карабина. Так, и что у нас тогда получается? У нас получается полуавтоматический... Помповый у нас получается мощнее, чем полуавтоматический уже. А двухствольный все еще самый мощный. Но, блин, и темп стрельбы у двухствольного тоже больше. Это странно. Помповый должен быть быстрее. Дробовик обрез, что это такое? А, ну это фигня, я которой вообще не пользуюсь почему-то. Не знаю. Как-то мне не очень заходит он. Я он типа мощный. Револьвер урон слабоват, зато там скорострельность бешеная. Так, а что, ночь уже наступила, пока я тут все модифицировался, да? Так, ну давайте посмотрим тогда каталог, что он еще продает. Может, он что-нибудь новенького продавать начал. Все это у меня есть, как бы. Это у меня тоже есть. И это у меня есть. If the Italians keep taking from me, I don't know how much longer I will be able to stay open. Блин, ну у меня все есть. Это такое себе. Жирное масло. Стрелы. Ну, короче, у нас все есть, друзья, на самом деле. Так что... You see the church across the street? Father O'Leary carries a gun. A Derringer. I sold it to him. Just in case turning the other cheek doesn't work. Well, if you know what you want, I can stay open a few more minutes. Так, ну все. Здесь мы закупились. Теперь
Теперь надо дальше что-то думать. Так как у нас ночь, я бы не хотел бы в ночь ехать охотиться на этого типа. Можно зайти в салон. И тут отели. Здесь вообще отели. Есть где переспать? Похоже, что нет отеля, да? Вот салон. И... Все. Идемте в салон сходим. Там можно переспать как-то. Здесь ночью просто необыкновенно красивый город. Просто посмотрите. Я надеюсь, вам все очень хорошо видно на стриме, но должно быть. По качеству должно быть топовое. Просто посмотрите, какая офигенная красивая игра. Это самая красивая игра, которую я пока что видел. It's only temporary. This will all be sorted out soon, I promise. Hey, the whole saloon's overrun with rats. I'm losing business left and right. I need to get someone to get rid of them for me. I'll pay very well. I just need it done. Я должен за крысами охотиться? Ты серьезно, мужик? Блять, ну ладно. Calm down, let me see what I can do. Oh, thank God. Just be sure not to bang around the place too much. I'll wait out here. Я вообще-то хотел прийти пиво попить, а теперь я в итоге охочусь за крысами. Ну ладно. Так. Так. Это, конечно, жестко по крысам из пистолета стрелять, но что делать? А сам он то же самое не мог сделать? Не знаю я, где еще они. Блин, ну на самом деле из-за того, что их тут так много, я не пойму, какие живые, какие мертвые. Придется их, да, блять, придется их собирать. Я правда не знаю, что с ними буду делать. Сделаем суп, что ли, из крыс? Без понятия. А вот. Ты, блядь, куда убегаешь? Так, ну теперь похоже точно все. А нет, еще, блядь, это и.
Ну вот и все. И заодно все зачистили. Так. Ну и че, может у нас угостить тогда выпивкой? Thanks, mister. Take this. Ooh, you earned every cent. Сколько нам даст? I killed worse. $15. Ну ладно, в принципе, да, мы что-то сделали-то. Крыс поубивали. Блять. А почему у него закрыто-то? Я выпить хотел вообще-то, мужик. Блин, ну вот. Пошел, блин, помог, он даже не угостил выпивкой. Как потом таким людям относиться? Ну что, тогда поехали, охота за головами. Погнали. Поехали, Альбин. Че-то вы, ребят, сегодня такие тихие. Вообще не общайтесь. Так, я же понимаю, поздний вечер, вы, наверное, там лежите на диванчике, смотрите себе уютненько стримчик. Я бы на самом деле точно так бы поступил. Что это птеродактиль какой-то летает. Ну что, скачем? Почему-то музыка началась. Не исключено, что сейчас какой-нибудь квест появится. Или меня чуть птица не съела. Большой минус вот этого синематик режима, ну, в общем-то, тот, что когда вот начинается какая-то заварушка, например, на тебя вдруг начинают нападать, не успеваешь реагировать, то есть надо выключить вот этот режим и начинать как-то стрелять, высовывать пистолет, там, уезжать или еще чего-то. Меня вот на этом режиме уже несколько раз подловили и убили. Просто здесь карта гигантская. И ездить реально постоянно без этого режима, самому вести лошадь, это, ну, напрягает. Длинные расстояния. А фаст-тревела я тут пока не нашел. Найдите преступника по имени Опыта, он нужен живым или мертвым. Мы уже почти приехали, да? Да, мы уже... Это не так далеко, как я думал. Так, наверное, надо вару. Магазин Раби. Взял бы. Взял бы помповый. Я взял бы на всякий. Полтовую я бы взял. Все. Когда будет? Пойдем мы с пистолетами. Этот порт какой-то, блин.
Так, давайте еще раз посмотрим на сейчас задание, посмотрим вообще на него. Что это такое, как он выглядит? Так. Его желательно не убивать. Такой тип с бородкой. Я, наверное, Альбину здесь оставлю. А она выстрелила в бой. Сам, наверное, возьму эту вот винтовку. Что у нас с прицелом вроде как? Прицелом от... Да, разберемся. Он на потихарю только. Вот никого нет. Бля, зачем он начал говорить? Кто из них кто? Я его не убивал! Кто его убил? Они сами его убили или что? Придурки! Кто его убил-то? А, там еще кто-то воюет. Петрить, блин. Че, не понял? Кто его убил? Больно, мужик. Спасибо за фоллоу. Тебе надо что-нибудь съесть. Что-нибудь съесть. На самом деле не особо помогло. Надо еще чего-нибудь. Консервированный лосось. Ну давайте консервированный лосось. Да ты пипец, кто? Я только немножко вылечился и сразу... Ой-ой-ой-ой. Так. Эти мужики. Дайте немножко подлечиться. Что, блядь? Динамитом в меня? Ну ладно, в принципе нормально, потому что я... Мне не понравилось, что у нашего... Нашу цель кто-то убил. И это был не я. Как бы. Водка, да, спасибо еще раз за фоллов. Да, не забываем подписываться на Twitch. Те, кто не на Twitch, обязательно на Twitch подпишитесь. Так, и где мое оружие? Оружие не со мной. Так, еще раз. Магазинный карабин. Так, берем эту винтовку. Берем. Пожалуй. Редкая винтовка с откидным затвором. Это... Вообще две практически одинаковые, только та немножко лучше. Двуствольный дробовик. И двуствольный дробовик тогда возьму для ближнего. Так.
Да, этот придурок сейчас скажет, да, я пришел, алло, блин. Так, вот этого главное не убивать, да? Или кого не убивать-то? Он наш человек, не? Нет, не наш человек. Да, ядри. Так, хедшот. О, где, блин? Ты же, блин, сволочь. Да стреляй же ты. Да ядрить. Ну чё такая маленькая скорострельность у этой винтовки? Она клёвая, но скорострельность... Пррррс. Просто жесть. Альбин, стой, мне надо взять вооружение. Вооружение. Так, хорошо, тогда что? Если не ее, тогда что? Магазинный кабин. А где мой винчестер? Или... Да он делся, мой винчестер. И вот это вот оно... Нет, это не винчестер. Я не понимаю. Как посмотреть там? Можно посмотреть. По-моему, это не так. Блин, тут, конечно, эти кнопки все, это можно... Да, это не... Херня полная. Так. Редко. Давайте возьмем редкую винтовку. Альбина еще живой. Жуз свою слил на пулемете. Не, я что, дурак? Я Альбину люблю, я ее не поведу в бой. Пускай здесь стоит вне боя. Че? А что, изверг? Линдзи Уофорд, I got here a warrant for your arrest, or the other thing, if it comes to it. Так, вот за этим типом надо следить, его не убить, он в шапке. А пиздец, ты куда целишься? Ну и зря я, походу, взял эту винтовку. Ой, по-моему, Thank you.
движение, короче, наверх. Да вы чё, блядь, чё вы творите, блин? Тут как-то сложность повысили или чё произошло? В дом динамитки. Кстати, хорошая идея. Стреляй с замедлением. Не люблю я эту херню с замедлением, честно. Это как какой-то чит, это замедление. Тем более мне он вообще на самом деле не нравится по своей реализации. Он выезжал с Эндина, а там какие-то налетчики рандомные на телеге с пулеметом. Нихуя себе, налетчики с пулеметом. Я не пойму, куда делся наш этот, блин. Как он называется? Винчестер. Куда делся? Или вот это вот и есть Винчестер? Ловка с откипом за двором. Не она. Как бы. Помповый дробовик. Наверное, вот этот, ну, куда-то пропал у нас, да, Винчестер у нас куда-то пропал просто. Мы вообще самыми пососными патронами стреляем, когда... Стоповый вак. Так, ну все. Тут заряжен, да? Это и это заряжен. Ну, тогда отлично. Так. Это стреляет без прицела. Да, отлично, это стреляет так, нормально. А то с прицелом, ну, пососненько получается. Я, пожалуй, могу туда вот еще наверх залезть. Да ебаный в рот, блять, просто пиздец. Чё такие душные пидорасты, блять, и этот геймпад, сука, как в голову целится-то, а? Честер, ты вначале просрал, когда взял другое ружье. Я тебе писал. Так, в смысле просрал? Что, он утеряется? Я не могу его оставить? У меня какое-то определенное количество винтовок? А, наверное, в лошади у меня определенное количество винтовок. А где я тогда могу их все посмотреть и взять? Допустим, у меня в лошади определенное количество винтовок, да? Как мне тогда если для перезарядки целить вправо или влево, чтобы ГГ не дал из укрытия. А он все равно вылазит из укрытия, он болван там. Линдзи Уофорд, I got here a warrant for your arrest. Не, ну есть вариант еще за вот этим домом спрятаться, как бы. No, that don't mean much in a sovereign territory, mister.
We've been beaten down and driven out. Давайте здесь поп... Это я не знаю. Самое опасное это на самом деле... Вот этот вот автомат, но его надо вынести просто сразу. Блять, опять не та винтовка, сука. Пиздец. Че я вообще мучаюсь с винтовками? Он еще и не умер, блядь. Так, ну вот так вот сейчас я их по одному, наверное, перестреляю, да? Так, но все равно было бы неплохо что-то съесть. Стреляй, блядь! Ты попадать будешь сегодня? Мужик, блядь, ты что творишь-то, а? Я сейчас посидею, блядь. А вот обязательно заряжать патрон. До этого нельзя. Бля, ты где взялся-то? Ничего себе ты даешь. Блять, а попадать будем? О май гад. А вы, блять, еще где нарисовались? Последний остался наш человек, да, или что? Да, блядь, наш человек. Так, а его как бы нам его вырубить? Хочу его убивать. О, нормас. Ну начали. Ну, час 30. Так, нормально, наконец-таки. Бля, и столько мучений за $100 всего. Подожди, а тут что-то еще есть, да? Ну да. Есть. Ну ладно, мы тебя сначала положим. А потом облутаем тут все. А вот что есть полезное. Так, Альбинка-то где? Так, давайте мы этого мудака положим. Так, Даркнему, да, приветствую. Что ты пишешь там? Привет. Вот, блин, люблю твои стримы. Наслаждаюсь ими, но сейчас отмечают Хэллоуин. Нет бы отвлечься от РДР и по бабам пройтись на Твиче. Столько ведьмочек всяких стримит с тыквами. Вон та же Алинка сейчас подобный стрим обзор ведет. Совсем ньюты потерял. У меня была такая идея. Но я потом подумал, ну нахуй, это какой-то зашквар. И все. И вообще я не знаю, насколько это вообще легально.
рестримить на Твиче. Ну, как бы вы занимаетесь тем, что вы тогда смотрите другие каналы. И насколько это легально? Я понимаю, сейчас на Твиче много чего разрешено. Но одно дело, ты заглянул кому-то на канал там на минутку или две. А другое дело, ты там будешь канал смотреть, я не знаю, там полчаса. Наверное, за такое могут забанить. Вот я говорю, в гости на 5 минут это, наверное, нормально. А вот прям вот долго смотреть, наверное, это не совсем разрешено. Их там сотни. Да? Ну и в пизду, блин, их, честно. Ну, на самом деле, ну, ребят, ну, как бы, хуй знает. Может, я постарел, может, еще что. Ну, как бы, ну, они там пиздец. Ну, Twitch превращается в помойку. Вот я понимаю, я не тот человек, который должен это говорить, но Twitch реально превращается в помойку. Тем, что Twitch разрешил вот эту всю хуйню творить, он превратился в такую вот прямо вот первоклассную помойку. Ну, может быть, они не тупые, да, эти все тянки. Я не хочу сказать, что они тупые. Но как бы... Они ничего не дают, кроме того, что вот они танцуют перед камерой или, блядь, просто в имя свое показывают и пиздят просто тоже ни о чем. И таких стримов стало на Твиче, ну, просто невероятное количество. И я не знаю, просто Твич превратился в какой-то... Софт порно Бонго Кэм. Как бы такая. То есть, ну, не знаю. Раньше на Твиче тёлок за такое банили. Давали им страйки и так далее, когда глубокие вырезы и так далее. Сейчас, по-моему, вообще всем на всё стало похуй. И Твич какой-то такой... Софт-порно такое, типа, предлагает. То есть, ну, вот знаете, вот есть порнуха, да? А есть эротика. Эротика — это типа, когда не трахаются. Это когда поцелуйчики там, обнимашечки. Видно грудь, но письку не видно. И все, вот эротика. Вот и типа есть Chaturbate и BongoCams, вот эти вот все сайты. А есть теперь еще Twitch. Вот Twitch теперь типа эротика, а все остальное вот это вот, это уже порнуха. Вот Twitch на себя взял такую роль эротического контента. Так и на ГГ такая ситуация. Да на ГГ тоже пиздец. Вот это вот радио какое-то там, радио чего-то там, я не знаю. Я не знаю, на самом деле, чем там Майкер думает, но просто я думаю, у Майкера серьезные проблемы по поводу того, что... No Name, спасибо за фоллов. По поводу того, что... Комьюнити не растет. Как бы у Good Game не растет аудитория. Вообще. Я бы сказал, наверное, она наоборот падает. Вот. Новые стримеры, которые качественные какие-то появляются, может быть, они все равно рано или поздно отсеиваются на Twitch. И если потом и стрим подвешивают на Good Game, то подвешивают его на твичевский канал. А Майкер политику такую выставил, что твичевские каналы тогда не высвечиваются в общей сетке. Ну и как бы их никто не видит. Поэтому, считайте, их и нету. Тот же самый Игорь, тот же самый Денрус. И так далее. У них все эти каналы типа тоже есть и на Good Game, но их никто не смотрит, потому что их нету, ну их не видно. Только те, кто на них подписан. Поэтому я не знаю, может быть, из-за этого решил Майкер, пускай хотя бы эти тёлки как-то привлекают аудиторию. Еще обратите внимание, что последние там месяцы периодически падают сервера Good Game.
То есть стримы падают, сайт падает и так далее. Мои чисто предположения, но может быть возникают какие-то проблемы с деньгами. И Майкер не может позволить себе качественные сервера, которые стоят много денег. Не знаю. Самое прикольное, что профильных сайтов море для таких стримеров, все решает процент. Я не знаю, почему они идут на Twitch, честно говоря, вот эти все тянки. Потому что на самом деле, наверное, те сайты, они рассматриваются как эротика, знаете, как всякое такое. И тогда это ты в публике, ну не скажешь, блять, а ты где, а я стримлю там на Bongo Camps. Ну я там не раздеваюсь, я чисто общаюсь. Ну как бы, ну все, ты, блять, ты шалава, конченая тварь. А так, если ты говоришь, я стримлю на Твиче, то, ну, блядь, ну нормально, типа, стримит на Твиче, что, нормальная, нормальная фигня. А то, что она теоретически делает, в принципе, одно и то же, об этом-то никто же не подумает. Скоро Твич станет таким же недобонго, если уже не стал. Ну, на самом деле, если вы пройдетесь по вот, он теперь называется не IRL, а Just Chatting, если вы пройдетесь по нему, по женским стримам, то вы приколитесь так. Там пиздец. Там весело. Голые сиськи. Ну, не голые. То есть как? На Твиче можно показывать сиськи. Главное, чтобы не было видно сосков. И полным-полно тёлок, которые ну просто себе рисуют на своих грудях там и всякое такое. То есть, ну, ты видишь ее в принципе, голой. Кроме сосков. Как бы, ну, такое себе. Это американская такая политика. Просто девахи доперли, как по-легкому собирать деньжат. Да ничего они не доперли, это всегда было. Просто было запрещено раньше, а сейчас разрешили, да и все. Да, Даркнема. Ну, вот лучший пример. Сиськи аж вылазят. Теперь чуть ли не все стримы, хоть с одним зрителем, сразу полоска доната на весь экран. Угу. Покажи сиськи. А где мой донат? Нихуя я вам не покажу без доната. Я не такая. А может быть проблема в том, что вывод бабла через ГГ и многие через бабла через ГГ и многие ушли на альтернативные платежи, не надо тянуть одеяло на себя? Да нет, блин, тут не в выводе бабла дело. Ну просто как бы, ну это натуральный ход вещей. Если вы стример, у которого мало аудитории, то вы остаетесь еще на Good Game стримить, потому что вам любой человек ценен, вот как мне, да? У меня была большая аудитория, сейчас у меня нет. Вот. Вот говоря из своего вот личных соображений, да, вот я стримлю не один год, вы знаете. А как только у меня появится хотя бы там, ну, порядка 100, может быть, там, тире 300 человек на Твиче, я сразу же забью болт на Good Game. Ну, как бы, даже если будет на Good Game оставаться там, ну, не знаю, 20-30 каких-то человек, но то, что мне Good Game не разрешает вывешивать свой плеер Твича у себя на сайте, это как бы сразу его отсеивает. То есть я как только поставлю опять туда плеер только Твича, то получается все, я ушел с Good Game. Теоретически я не ушел, но ну, никто уже больше не будет смотреть. Вот и все. То же самое произойдет и с Джусом рано или поздно. Он как бы партнер. Я не знаю, правда, насколько он партнер. Но с какого-то определенного момента, то есть там есть несколько градов партнерства у Твича. И когда ты каким-то там следующим партнером становишься, то там есть условие того, что ты не имеешь право стримить на другие площадки. И все, и он просто тоже точно так же переключит свой плеер на Twitch на Good Game,
И вы его тоже уже больше не будете видеть в общей сетке стримов. Точно так же там и с другими стримерами, как Фомби и так далее. Но если они опять же таки дойдут до этого уровня. Сейчас бы хайпанул. Да в пизду хайпанул. Я уже нахайповался. Я хочу показывать качественный контент. Да не, ну на самом деле не знаю. Не знаю. Мне кажется, что Good Game загибается. Мое, опять же таки, непрофессиональное мнение, не подколотое ничем, чисто просто своими наблюдениями. Может быть, я ошибаюсь или еще чего-то. Я просто вот уже последние полгода, ну, вообще не вижу никакого роста. Не вижу никаких позитивных тенденций, изменений, движений к чему-то. Все, что я вижу, только наоборот, какие-то ну, негативные проявления новых каких-то вещей. То есть начинают появляться какие-то сомнительные стримы, с которыми никто ничего не делает. Аудитория меньше становится, как мне кажется. Я не знаю, как там посещаемости, цифр у меня нету, но интересно было бы на них тоже посмотреть, но мне кажется, посещаемость, наверное, тоже падает. А самая главная проблема в том, что есть расходы, их надо как-то покрывать. Те же самые сервера, они требуют каких-то денег. Не стоят сколько-то там в месяц. Их надо как-то покрывать. Покрывать их с чего? С подписок, которые подписываются там люди на каналы. Но зачем подписываться на Good Game? Я могу точно так же лучше подписаться на Твиче, на человека, который мне интересен. И я буду знать, что ему на Твиче будет ну, более приятная подписка, чем та, что на Good Game. Потому что ну, у него рост будет намного продуктивнее на Твиче, чем на Good Game. И будущее у него, считайте, тоже на Твиче, а не на Good Game. Поэтому не знаю. Короче, все, доебало. Hey, I won't go there. I won't. It's really up to you, partner. А, я хотел еще полутаться. Мне кажется, у Good Game скоро начнутся те же самые проблемы, как были в свое время на СК2ТВ. Просто СК2ТВ делал намного более грубые ошибки. И это казалось быстрее. Мейкер, конечно же, намного похитрее и поумнее Адольфа. И такой хуйни, конечно, не будет вытворять. Но как там говорится, вот есть определенные сорты бизнесов, которые живут и процветают до определенного момента, а именно до того, пока они растут. Вот пока твой бизнес типа растет, набирает больше аудитории, набирает больше клиентов и так далее, и у него постоянный рост, он процветает. Как только происходит какая-то остановка, да, прекращается рост, а вот стопорится на каком-то уровне, то все, этот бизнес начинает умирать, потому что он начинает сам себя пожирать, расходы и так далее и тому подобное. Вот мне кажется, с Good Game может произойти похожая тематика. Роста нету, и это означает рано или поздно смерть. Реборделей нету. Нету, представляешь? То есть теоретически они есть, но их нельзя посетить. Это тоже вот игра офигенная. Вот не поймите меня неправильно. Но меня многие вещи здесь немножко раздражают. Вот как, например, это Дикий Запад, да? Но проститутки, я не могу пойти к проститутке. Почему? Как бы это проститутки в то время, ну это прям вот вообще было. Они повсюду, как бы без них никуда. А здесь они просто проигнорили вообще весь факт этих услуг.
То есть, ну, можно просто пойти принять ванную. За доллар или сколько-то там, или за 5 долларов приходит к тебе тогда прекрасная девушка, и она начинает тебе типа мыть. Но это же не то же самое. Потерла тебе ножку, потерла тебе это. То есть нету конкретно хотя бы какой-то эротики, да, но я не знаю. Либо сиськи те же показать. То есть я не понимаю, здесь, сейчас я вам покажу, какая здесь просто есть адская, адская фигня по поводу убийств. Это они здесь сделали. А почему секс они здесь убрали, я немножко не понимаю. Тут можно просто людей на куски кромсать. Просто пиздец. Я когда это увидел, мне аж поплохело. Секс они почему-то убрали. Я не знаю, с каких соображений. То есть не убрали, а вообще не добавили его. Может быть, какие-то проблемы с GTA у них возникали. Может, с ними судились феминистки. Я хуй знаю. Пулемет бери. Он не берется, к сожалению. Смотрите, сейчас я вам покажу. Это просто пиздец. Я такого не видел. И ни в одной игре. И, ну, во многих играх как бы отлетают части тела, но ну, такое, что можно было делать. Какие вообще? Пиздец, ты меня как подстрелил-то? Или кто умер? Что произошло, блядь? Короче, вы поняли, да? Вообще, все ноги можно отстрелить, руки и голову, и останется просто, ну пиздец. То есть это они добавили в игру. А секс, вы что, нельзя ни в коем случае. Let's get you out of here, mister. You won't get 100 paces. We'll see. He's trying to take me, man! Альбина, ты куда бежишь? Иди ко мне. Кого ты зовешь? Никто тебя не слышит, брат. Так, мне надо карточку взять и все, я поеду отсюда. Короче, пиздец, я не понимаю немножко разрабов. Я считаю, они многое упустили тем, что не добавили сюда... Дело не в том, чтобы тут кто-то трахался, да? И дело не в том, чтобы был секс какой-то. А дело в том, что, ну, целую ветку всяких происшествий просто исключили, убрали. То есть могли бы быть какие-то там, ну, типа романсы, интриги, девушки, которые типа с тобой заигрывают, еще чего-то там это. Ну, то есть, понимаете, это бы добавило очень много всяких интересных, пикантных моментов в игру. Которых просто, ну, нету. У нас вот наш главный персонаж, у него типа есть бывшая жена. Он бы мог с ней бы как-то там, ну, помутить. Ну, то есть здесь даже они не целуются, ебаный в рот. Ну, то есть, ну, пиздец. Я не знаю, мне этого очень не хватает в этой игре. То есть, ну, это типа взрослая игра про взрослых мужиков, которые там типа валят всех направо и налево. Но этого почему-то нету. Мне непонятно.
Так, чего мне там писали? А то я все, видать, пропустил, но извините. Сделать как лошадь. Фейбл. Да, цензура это пиздец. Западных ценностей мужиков убивать можно, но с женщинами нельзя. Это всякие комменты. Ведьмак тот же. Не знаю, я Ведьмака не играл, но я знаю, что там действительно много всяких секс-сцен. Очень много добавили, даже снег с веток слетает, когда мимо проезжаешь и сбиваешь ее. Ну, нет, игра офигенная, детализация, графика вообще абсолютно на новом просто уровне. Просто новый уровень поставила вот эта вот игра по дизайну, по графике, по визуализации, по деталям. Просто новый уровень. Я считаю, ни одной игры на данный момент не может вообще с ней равняться. Но много косяков в сюжете и недостатков того, что ну вот нет взаимодействия с женщинами. Это бред. Здесь уже было две сцены секса и одна с нигерами, так что мало. Ну, блять, это что за сцена-то? Это хуйня. Видно суды из GTA. А были какие-то прям суды из GTA, но я не слышал про это, по крайней мере, ничего. Не знаю, очень странно. Я считаю. Так, мужик, поехали. Поехали тебя сдавать. Я надеюсь, что на нас никто по пути не нападет. Ой, куда-то я не туда поехал, да? Да ладно, успокойся ты. Блять, я так и знал. А вы меня догоните вообще, интересно, а, ребят? Пидоры. Давайте попробуем просто от них оторваться. У нас-то лошадь топовая, а вот у них вряд ли. Блять, они правда стреляют довольно метко. Или походу не оторвешься от них. Ты оторвешься все-таки. А вроде оторвался, все, не нормально. А блять, нихуя не оторвался. Куда это заскриптованные пидоры? Их не оторваться. Или оторвался все-таки? Нет, блять, не оторвался. Так, ладно, сейчас найдем тогда место какое-то поукромней и возьмем бой. Get your own damn bounty. А главное, чтобы альбину только не убили, блядь. Да пиздец, блядь. Так, пизду вас. Где вы? Так. Вот оно тебе надо было, а? Вот зачем ты связывался со мной? Блять, да кто, где? Все? Now, let's get you back.
Ну вот зачем вы, блядь, вообще связывались со мной? Я от вас пытался уехать. Нет, вот вам надо было, блядь, вот надо было вам меня преследовать, да? Мудаки, блядь. Пытаете себя круче всех? Так. Где еще один? Показано, что здесь есть труп. Где он? А, вот он. Почему лошадь срет, а сам персонаж нет? Неизвестно. Альбин, ты где? Законодательство США и Польши отличаются. Ну как бы. Да блять, помолчи ты, сука. Я с другими людьми тут общаюсь. Студии же находятся на самом деле на разных территориях. То есть я не знаю, где находится Rockstar Games, но я думаю, у них же есть и студии в других странах. Они бы, может быть, могли бы это как-то. А блять, помолчи ты, сука, блять. Они могли бы просто, наверное, сделать типа релиз главной своей, ну, игры, релиз сделать там, например, не в Америке, а сделать релиз там где-то на территории Европы. И, да, блядь, заткнись. И этим обойти законы Америки, наверное. Ну, я думаю, адвокаты бы придумали чего-то. Я просто не знаю, почему. Почему-то они решили, короче, не связываться с сексом в этой игре. Это огромный минус. Не знаю. Огромный. Опять же таки, я не говорю про то, что тут должны быть какие-то прям сцены трахания или там гибли прям какой-то, да? Но какие-то романсы с девушками, блядь, как без этого? То есть тут есть какие-то типа интригишки, какие-то у меня типа есть жена, которая пришла, мне что-то там рассказала. Но все на таком уровне, что ну просто... Мы приходим в салон, там типа тоже какие-то есть шлюхи. Но как только начинаешь с ними что-то там болтать, они тебя нахуй посылают. Ну просто пиздец, блин. Тебя нахуй посылают шлюха. В салуне. В Диком Западе. Че вообще? Блять, slow down, куда еще-то медленнее ехать? Медленнее невозможно, чувак. А так мне, конечно, игра невероятно нравится. Я считаю, это лучшая игра пока что этого года. Но... Немножко чего-то не хватает. Почему главный герой гетеросексуальный мужчина? А кем он должен быть? Ты хочешь главного героя педика? Или трансгендера какого-то ты хочешь? Тогда будет совсем другая игра. А кстати, мог бы совсем, ну могла бы очень даже прикольная игра бы получиться, если бы персонаж был бы, представьте себе, вот таким вот, типа а-ля Пираты Карибского моря. Как этого, блин, капитана звали? Ну вы, короче, поняли, да? А, Джек Воробей. Во. Если бы персонаж был бы вот такой а-ля Джек Воробей. То есть он вроде как и не пидор. Но вроде как и не совсем мужик, блядь, тоже. И... То есть было бы вот такой бы персонаж, бы, я думаю, зашел бы. Прям вообще зашел бы.
Но, опять же таки, эта игра была бы тогда совсем бы другой. Она должна была быть какой-то смешной, там, упоротой и так далее. Здесь-то эта игра типа серьезная. Рос, бриться пора. Да, кстати, можно было бы побриться. Меня в прошлый раз тут просто, блядь, черные избили. В этом городе, нормально. Я вообще ничего не сделал такого. Я просто приехал с тачкой, хотел продать вот такую вот, вот карету. А на меня, блядь, набежали просто кучка черных, блядь, нигеров, и меня просто тупо избили. Я охренел от всей жизни. Вы бы это видели. 8 черных, блядь, избивали белого. Это был пиздец. Так, ну куда его тащить? Got a live one for you. Well, looky here. We got a genuine Lamont Raider in the building. Make the poor fella comfortable in one of our cells. Bet you ain't felt a bed in a while. Блин, Игорь, что ты хотел? Это игра 2018. Если бы меня еще какие-то пидоры избили такие. Переодетые в тёлок, это было бы вообще еще супер топовее. Так, деньги давай. Просто в таком ахуе был, блин. То есть я одного положил, второго положил, потом подбегает третий, я третьего кладу, подбегает четвертый, пятый, блин. Я сражаюсь с одним, блин, потом... Они меня окружают уже втроем и по очереди меня хуярят, то есть как в фильме. Один мне хуякс, я от него отлетаю, меня хватает, второй бьет, потом третий меня добивает еще. И такая куча вокруг меня все этих черных больше и больше собирается. Я, блин, просто от них отбиться не мог. Ничего не знаю, Веном. Я просто приехал продать фургон. Они меня избили. You must be damn stupid if you think you can come back here. А, блядь, погодите. Я сейчас оплачу ваш ебаный штраф. Идите мне мозг. Я уже еду штраф оплачивать. Окей? Только, блядь, не трогайте меня. Не знаю, может быть, клип кто-нибудь сделал. Смотрите на Твиче. Бля, сейчас кого-нибудь опять собью, сука. Тут штраф не влепят. Здесь немножко, да, такая тоже неадекватность иногда происходит. Ты вот вроде как ничего не сделал, на тебя кто-то, блядь, налетел, начал с тобой драться, и тебе еще, блядь, за тобой тебе штраф влепили, и тебе еще теперь преследуют. Такие вот моменты здесь тоже происходят, какие-то неадекватные полные. И непонятно, как все-таки работает здесь маска. Одевай маску, не одевай маску, тебе все равно опознают. Пиздец странная. Есть свои какие-то непонятные косяки у этой игры. Так, оплатить штраф. Тут 36 долларов. Ну хуй с вами, держите. Вот опять же таки, это, по-моему, за вот этих вот черных, блядь, я плачу. Жуз сегодня толкнул какого-то чела. Когда бежал, его тоже нигер начал
прессовать. И потом еще с пяток ниггеров и работяг на него набежали. Так он одному с дробаша в голову дал. Они все разбежались. Ну так он за это опять, наверное, влип, да? В штраф какой-то невъебенный. Вроде с маской меньше штраф будет. О, бля, меньше штраф, это такое себе, знаете. Так, надо лошадь нам почистить. Потом кормить ее тоже надо бы. Вот. Я не пойму, где здесь вообще можно купаться в этом городе. Это загадка. Где здесь можно искупаться? Салон, в который я хотел пойти, но он закрытый. И это тоже закрыт. Я не могу в этом городе найти отель. Где здесь спать? Можно вообще где-нибудь спать? Я хочу искупаться. А вот, кстати, цирюльник. Поехали к цирюльнику. Кто-нибудь видел, может, на других стримах, где здесь и здесь в этом городе, блять, ванну принимать? У нас альбинка прокачалась, да, немножко. Хорошо. А Джус играет на прошке или не на прошке? Знаете? Что происходит? Что-то хотел. Ну на 50 центов держи. Here you go, friend. Bless you, mister. Truly, you're a saint. Yes, sir. There should be more people in the world like you. God bless. Да ладно, ладно, все нормально. Так, поехали. Сделали хорошее дело. Тоже вот странно довольно, как бы не совсем понимаю сюжет игры. То есть мы вроде как типа банда, да? Но мы банда не просто каких-то там хладнокровных типа головорезов, да? Которым похуй на все жизни, которые мы отнимаем. И мы вроде как типа банда, которая с какими-то моральными устоями. Мы вообще просто типа хотим свободно жить и воруем типа деньги только у тех, у кого они много есть и так далее. У богатых. Но, блин, вот играя в игру, сколько раз мы делали всякие набеги на абсолютно невинных людей каких-то. Просто перебивали их и все. И похуй. И нормально вообще. То есть я не понимаю сценарий. То есть мы все-таки какие? Мы хорошие, блядь, мы не хорошие. Киот. Спасибо за фоллоу. Правильно я прочел? Не знаю. Ну, по-любому спасибо, что остался. Ты правильно сделал. Да, о, какой тут цирюльник модный. А ну-ка. Да, давайте сядем. Так, подстричу. Может, тут какие-то новые модные прически появились?
Блин, я совсем зарос уже. А тут как бы... Андрей, спасибо за фоллов. Whiskers are all the fashion now, from what I hear. Thank you. Looks okay. Короче, где? Наверное, я бы немножко бы покороче сделал, а то совсем патли так. Так, наверное. That looks better. Так, по поводу бороды и усов. Общий стиль. Вот мы вот так ходим, на самом деле мне вот эта борода нравится больше всех здесь. Потому что все остальное, ну... И вот это тоже. А чем отличается это? Дениска имба, спасибо за фоллов. The ladies love a gentleman with a well-groomed mustache. Я не совсем вижу разницу вот это и вот это. В чем разница? Английская бородка, пышные бакенбарды. Да. Это мне не нравится, это тоже пиздец, это тоже... Знаю. Применение, кстати. Спасибо. We can do up all the latest trends. Вот это, кстати, была очень модная борода в те времена. Вот именно вот такой вот. А подождите, мы это не можем сделать... Потому что у нас, видать, длины не хватает. Президентский. Это тоже неплохо. Йоходи. Тоже не хватает длины. И голову Налоса, ну не знаю, не знаю, не знаю, что-то голову Налоса как-то не хочется. Я вот серьезно задумался над тем, чтобы... Где это было? Фигня. Или вот так, у меня так и было, но мне до сих пор это больше всего нравится. Или... Где там была новая? Которая тоже вроде как неплохо зашла мне. Или вот так. The ladies love a gentleman with a well-groomed mustache. Ну, мне кажется, тоже это пасос. Нет, давайте как было, это лучше всего вообще. И этому персонажу, мне кажется, это лучше всего идет. Это пышные бакенбарды. И вот это вот английское. Я не понимаю, чем отличаются пышные бакенбарды от английской бородки. Вообще не вижу разницы. Понимаю. Ладно, пофигу. Ты сам что, бороду не отращиваешь? Так я ходил очень долго с бородой. Очень долго я ходил. Наверное, месяца три я больше ходил прям с бородой. У меня была серьезная борода. Не знаю, потом что-то меня подзаебало, я сбрил. Могу снова отрастить. Как бы такое дело, понимаете? Борода есть, борода нет. Она вырастет снова. Как я всегда говорю, твоя борода — твоя первая впечатление. Well, I guess we're all done here. Голову Налоса не очень хочу.
Мне кажется, в те времена не особо ходили с головой на лысо. Это был, наверное, признак плохого тона и, скорее всего, заключенных каких-то. Ой, блядь, я случайно, ну не на ту кнопку нажал, ёбаный стыд, ну ёбаный в рот. Я только оплатил штраф, сука, блядь. Да пиздец, блядь. Все, уйди, блядь, нахуй, ну ёбаный в рот, ебать тебе, сука. Ёб твою мать. На ровном месте. Просто, ну не на ту кнопку нажал. Ну чё началось-то? Только штраф оплатил. Ёбаный стыд, а. Награда 5 долларов. 5 долларов? Ну ладно, блядь, 5 долларов немного. Хуй с вами. Видать, потому что это не убийство, не так дорого, да? Да тут управление дегенератское. Просто, блядь, сука, дегенератское. Я думал, я просто долбоёб, потому что в первый раз взял в руки геймпад, блядь, от этого, от PlayStation. А потом я вчера посмотрел стрим Мэдисона, блядь, и послушал его комментарии по поводу управления, и я, блядь, с ним абсолютно, сука, согласен. Просто вот Мэдисон из моей души говорил. Но я просто не мог это вслух озвучивать, потому что я думал, что я просто долбоеб, который в первый раз играет на PlayStation, и поэтому он не может подружиться с этим управлением. Ну ёб твою мать, в этой игре управление просто для дегенератов сделано. Тут ёбаны, тут надо какие-то комбинации зажимать кнопок. Чтоб что-то сделать, зажми эту кнопку и одновременно эту нажми еще третью. Тут пиздец просто. Просто, блядь, пиздец. Все это запомнить просто невозможно. Поэтому и получается, что иногда ты нажимаешь какую-то не ту кнопку случайно, и получается такой вот казус, блядь, ну, ебать. Я тоже постоянно в людей стреляю. Ну, окей, сейчас, может быть, не постоянно, но... В начале самом игры я захожу, блядь, к чуваку, хочу принять ванну. Он стоит как бы это в отеле, да, портье. И вместо того, чтобы начать с ним диалог, надо нажать вот на эту кнопку, да, чтобы сфокусироваться на него, а потом нажать выбрать диалог. Я случайно нажимаю на эту кнопку вместо этой. И что он делает, блядь? Он высовывает пистолет, сука, и стреляет в него просто, блядь, нахуй. Так этот тип... Из того отеля, чтобы вы понимали, этот стрим был в первый день. Это был самый первый стрим. Он до сих пор ходит с прострелом. У него прострелена левая рука, левое плечо. И у него до сих пор этот прострел остался, и кровавое пятно. Сколько раз я уже выключал PlayStation, загружал и так далее. Эта игра сохранила до сегодняшнего дня. Это просто пиздец. Вот такие вот детали они, короче, оставляют. То есть чувак ходит до сих пор с кровью и с пятном на своей этой куртке. Вот это удивляет. А управление нормальное они, блядь, сделать не могли. То есть, ну, пиздец. Я мою шапку, сука, потерял. Ну ладно. Так, что-то они от меня хотят. Я не знаю, что они хотят от меня. Знакомый человек. Что вы хотите? Крыло не хочет поговорить с вами. Давайте поговорим с вами. Вы даже себе не представляете, как долго я искал вот это вот меню. Вот это вот меню, как я долго искал, блядь. Нигде, сука, не написано, как его поднять. Я-то думал, что надо долго держать налево, направо, там наверх, там выскакивают другие меню. А оказывается, блядь, если ты долго держишь налево, то он достает дневник. Да?
А если ты коротко нажал налево, то вылазит эта хуйня. А просто вот как-то вот сделать вот здесь вот, чтобы это было где-то доступно. Хуй, блин, просто вот. Чтобы это было в прогрессе доступно, вот, вот где-нибудь вот здесь, да, прогресс. И тут какие-то вот испытания, и вот еще между испытаниями добавили бы какие-то вот текущие задания. Хуя. Нету. Управление тут, конечно, просто же... А почему же... А, вот моя шапка. Очень-очень сложное, специфическое управление. К нему прям надо реально привыкать. Просто мне очень сильно не повезло то, что ну, я привык к геймпадам иксбоксовским. Как по мне, лучшие геймпады это от Xbox. Они эргономически удобные. И на них приятно играть, комфортно. Мне. Ну и как я знаю, большинство другим игрокам тоже. Большинство людей предпочитают лейаут такой, как у Xbox, у Microsoft. Я вот за долгое время в первый раз опять начал играть на PlayStation. И мне дико некомфортно, во-первых, вот этот вот геймпад. И плюс к этому всему, еще мне не повезло с тем, что еще у меня первая моя игра на PlayStation, это вот это. Ну, имеется в виду по поводу управления. Тут очень сложное управление. Мне еще долго надо было запоминать, что такое, блядь, крестик, трехугольничек, кружочек, блядь, квадратик. Почему, блядь, они... Почему они сделали, сука, вот такое вот, вот такое вот ебанутое вот управление? Почему вот, блядь, нельзя было, как вот у Xbox, блядь, сделать просто буквами? Вот, вот, блядь, буквами и цветами разными. Разные цвета и буквы. Блядь, ну намного же удобней. Чем ты, блядь, думаешь, сука, а что такое крестик и где он? Или трехугольничек и где он? Из приложения... О, что, блядь, там опять происходит? Чё, блин? Опять ловушка какая-то, сто пудов. Ага, вон он. Чё такое, чел? Если это ловушка, я тебя прям сразу убью, блядь. Да что с тобой, ёбаный в рот? Бля, опять сосать, да? Сука, блядь, опять надо сосать? Ладно, хуй с тобой. Сосать так сосать. Okay. I have an idea. Not a word to anyone. Got me? I owe you one, mister. Этюх, привет. Ну, ты улыбаешься, конечно. Ой, блин, и Альбина еще обосралась. Пиздец вообще. Don't much like it. Тебе, Кать, смешно, да? Потому что ты женщина. Для тебя это нормально. А вот нам, мужикам, не особо это нормально. Филаку, спасибо за фоллоу. И вообще, Катюха, пора бы переходить на Twitch. Чё ты постоянно на YouTube смотришь? Чтоб ты понимала, это вообще не мой канал.
Так, кстати, друзья, которые смотрят меня на YouTube, это не мой канал, это канал моего друга. Я вообще не, сейчас не на мой канал стримлю, поэтому в один прекрасный момент, а он, скорее всего, наступит где-то через месяц, мой канал YouTube снова разблокируют, и я буду стримить на него. А поэтому вы меня больше не увидите. Так что, кому интересно, подписывайтесь на Twitch. Элиави. Ненавижу Twitch. В ВК тогда переходи. Или на Good Game. Я не знаю. Выбор большой. За что меня забанили? А мне дали страйк, блять, дарасы. Я ERL стрим делал на Твиче, смотрел просто какие-то ролики ютубовские. У меня параллельно шла трансляция еще и на YouTube. Ну и на YouTube запрещено смотреть ютубовский контент, как бы. Я не знал, ей-богу. Я не знал, что я не могу, блять, на YouTube смотреть ютубовский контент. За это мне дали страйк на 90 дней. 90 дней я теперь не могу стримить. То есть я могу выкладывать видео, я могу все, что хочешь делать с YouTube каналом моим, но стримить я не могу. Кать, есть, конечно, говорю, канал, но он забаненный. Пока что. Здравствуйте, какой самый лучший способ вам написать? По поводу написать? Как хочешь, пиши ВКонтакте. Можешь в Дискорде написать. Что ВКонтакте, что в Дискорде, я в принципе питаю. Так что... Здравствуй, Джаз. Твою мать! Что происходит? Ебать! Что? Что, блять, произошло? Сука, пиздец! Блять, охуели! Да пиздец, блять, вас в пизду, вас всех! Да пиздец, сука! Что? Я хотел за камнем спрятаться, высунуть пистолет и начать их расстреливать. Ёпс, твою мать. И мне как раз еще что-то кто-то там пишет. Насколько мы попали, я что-то пропустил. Сколько нас ограбили? Динамит им кинул бы и все. Да ну тут просто они меня остановили в таком месте, где не было никаких укрытий. Ну окей, я этих камней сзади меня не видел. Я просто вот так вот смотрел и не видел никаких укрытий. Поэтому я решил, что надо забежать за камни. Взять оружие и начать отстреливаться. Ну бля... Просто я заметил, всегда вот такая параша происходит, когда вот я в синематик режиме, когда вот мне менее всего удобно.
Возможно, мне придется сейчас стрим заканчивать, потому что ко мне гости вдруг наведаться захотели. Я узнаю. Сейчас, секунду, стойте, ребят, подождите. Мне тут надо решить вопрос. Так, ну у нас есть, наверное, минут 30-40. Я думаю, мы что-нибудь еще успеем сделать. А вообще, что чего, мы тогда завтра еще будем по-любому продолжать. Что Чарльз от нас хочет, что значок там стоит отрицательный? Понял? Это просто он тут стоит. Давайте с ним пообщаемся. А где, кстати, наше все вооружение? А то я мой винчестер потерял. Я когда брал оружие, я вместо него взял какой-то другой. И, видать, винчестер сбросил. Как нам его заново найти, этот винчестер? Нам же не надо его заново покупать. Он же, наверное, где-то есть у нас. Да, да, привет, Трелони. Да не, я свободен, я как раз с тобой хотел поболтать. I would have even thought. Of course I robbed a goddamn stagecoach. You know I have. And what's the problem with stagecoaches? The armed man attempting to put a bullet in your head? Not quite. The odds. I mean, is it worth the robbing? Sometimes. I know. But, well, if you'd like to come with me, I can introduce you to a new best friend, and he's going to give you all the decent, robbable stagecoaches a hot-blooded degenerate could require. Well, I could require a whole lot. Так, ну он нам опять предлагает какое-то новое дело. Я бы на него даже пошел, но я хочу сначала посмотреть, что у меня с оружием, где мое оружие, где мой винчестер. Как нам его снова получить? Где наш ящик? Ящик с одеждой, да? А, мы сейчас не можем взять. Вот это тоже бесит. Вот обратите внимание, мы взяли квест. И с этого момента мы теперь не можем ничего ни переодеться, ни поменять оружие, ни с кем не поболтать. Ничего. Рядовая система. Что вот нам мешает, например, взять сейчас переодеться? Почему это запрещено? Что в этом такого запретного? Скрипты поломаются. You know me. I like to make friends in low places. How the hell you end up down here anyway?
I could ask the same of you. I have a few commitments over this way. Some expenses to meet. Expenses? What expenses? Gentlemen's canes and rabbits to pull out of hats? Among other things, I had quite a nice little business going for a while. Shares in a gold mining company. Excellent returns for the investor of a certain financial standing. Until, well, that unfortunate run-in with the law. Yeah, that's how it goes. Thanks for disappearing on us during that Sean business, by the way. I'd done my part. Each to their strengths, dear boy. You know, you boys should really watch yourselves with those two families. This is a small town. People talk. I tried to mention it to Osea, but you know how he is. Anyway, while they're off chasing their pot of Confederate gold at the end of some rainbow, let me present you with something real. So, where exactly are we going? The train station. The clerk there, Alden, is quite a fellow. Very informed on the comings and goings of coaches around these parts. Here we are. We can hitch up outside. I'll make the introductions, Arthur. Они не могут оттестировать миллион ситуаций игроков, им проще ограничить и от... Ну, блин, ну это тупо. То есть, ну как бы, а что такого произойдет, если я переоденусь? Ну, ничего не произойдет. Привет. Или поменяю оружие. Ну, в чем фишка-то? Hello, Alden. Hello, Josiah. How have you been? Dandy. And you, friend? Like I said, times are tough. My missus is a bad woman. Terrible woman. They often are. But how's work, Alden? Terrible. Wages got cut again. They reckon they just invented a new horse's carriage will be the end of us. They've been saying that nonsense since they invented the wheel. The wickedness of bosses. I know. My comrades here and I are greatly discouraged from the adequate fulfillment of our duty. A discouraged man is no man at all, Alden. No man at all. My friend Arthur here has a present for you. Интересно, какой же это я подарок приготовил? Штраф оплатить я вряд ли сейчас смогу, Джаз. Там $5, я бы его оплатил, но... Квест, как бы. Заплатить Олдену. За что? Ain't you kind, sir? Call him Arthur. He's one of us. A fellow man of distinction. Okay, well, this is perfect timing. I think you'll like this one, Josiah. It'll be coming south down the river road through Siltwater Strand. Thank you, Alden. Thank you very much. Что нам инфу дает, наводчик? If you or Arthur are ever out Strawberry Way, ask for my colleague there. Feller called Hector. He's also one of the... What did you call us again? Discouraged men, Alden. That's it. Discouraged men. I like that. Well... Goodbye, Alden, or should I say, adieu. Oh, adieu, Josiah. Мы получим. Hello again. Got some bills to pay, huh? $5. Мы дешевый штраф за долгое время. I thought you might like to see that pantomime. River Road through Siltwater Strand, he said. Okay. I think I know a good spot to wait. Follow me.
Okay, let's go. This way. Поехали, поехали. Simple as can be. Seems a lot of the station workers are in on it these days. Earning a pittance, the unions are whipping them up, so they want something on the side. Like he said, there, strawberry. Could create a lot of opportunities for a man in your line of work. I ain't sure about going back to strawberry after all that market business. Didn't sound like you left anyone alive to recognize you, so I wouldn't worry too much. Dear boy, all this trouble. You gentlemen are becoming quite the celebrities, aren't you? Soon you'll be on the front of a dime novel. And dead, of course. We're hoping to be long gone before that. Dutch has a plan. Я, кстати, по поводу, вот все приходят, спрашивают, у тебя про, не про, я доволен, что я взял про. Потому что я вот, что касается этой игры, смотрел другие стримы, и у некоторых людей игра подтормаживает. Есть такие моменты, где она прям раз, что-то там и подтормозила. У меня еще ни одного такого момента не было. Ни одного. Но и графони тоже как бы круче на прошке. According to this, the loot is located in a strong box, which is in the back. I'll put on a little performance, and you can scurry around, open the strong box, and relieve them of their goodies. And how do I open the strong box without threatening someone to open it for me? This should work. And I can do this silently? Well, I'm hoping complete silence won't be necessary. Вроде была уже отмычка. But you're going to wish out your earplugs. This is Damson. Oh, very good, Alden, very good. Of course, if everything goes wrong, you can wave your guns around like you normally do. Hold tight. They'll be here soon. Не, хочу по стелсу, не хочу с пушкой. Ну что, поехали. There it is. Right, подождите, Diligence. Keep your distance so they don't see you. And please leave that gun in its holster for once. Хорошо, хорошо, я понял. А где вообще это отмычка? И отмычка-то. Окей. А где ее выбрать? Вот это оно, да? I'll ride ahead and get the coach to stop. You hang back. Don't let them spot you or you'll... Когда выйдет PlayStation 5. Вообще еще даже ничего не анонсировали, даже не намекали. Так что еще год-два. Лохушка, на комплименты развели ее. Как удачно, тут сразу кустик, да, оказался? Сейчас как споет, блин.
Фигаро, Фигаро. Ломать. Так. Что тут у нас? Всё? А закрыть не надо? Походу не надо. One more time, from the top. Madam, I have heard enough. Might I have your card? The event is on the 23rd of this month. I can't say enough about Mrs. Damson. Magnifico. So sorry, gentlemen, for the interruption. То есть они не заметили, да, что там дверца открыта? Ну ладно, хорошо. Мне лучше этим. Так, 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 так. Ну что, друг? Сколько мы своровали? Это была самая чистая и самая хорошая работа за всю игру. Мы никого не убили. Никто не заметил ничего. Все заебись просто прошло. Вот так должно быть всегда. А то каждый раз мы переходим, блин, и начинаем всех резать, убивать, ну пиздец. Вот ты мне нравишься, мужик. Вот ты хорошо работаешь. С тобой бы вот мы сошлись бы, вообще бы вот хорошо бы работали. Че это такое? Стоит секунду.
Так, сорян. Well done, sir. Well done. It was easy. You did all the work. Teamwork, my dear boy, teamwork. Here you go. Thank you. Так, ну а сколько бабла мы подняли? Go see Alden from time to time. See you soon, Arthur. Давай, давай. Сколько денег-то мы заработали? $750. Наша доля 187. Ну, блин, но это чистая работа. То есть, понимаете, просто крутая работа. Мы никого не... Блин, ну, Альбин, ну... Что ты такая... Так, ну я даже не знаю, успеем ли мы еще один квест. Давайте посмотрим. Так. Альберт Мейсон. Находишься. А ты, кстати, не так далеко. А что тебе у нас на... А, это фотограф. Давайте съездим, да, посмотрим, что он еще хочет от нас. Ведь там не так... его... Информация... Это потом мы сделаем. Поехали к Альберту. Это наш хороший знакомый фотограф. Он приехал в Америку и фотографирует природу и зверей. Мы ему в этом вопросе периодически помогаем. Я тут, кстати, еще тоже вот Мэдисона смотрел, он пытался обворовать поезд. Ну, как бы такой классический, да, вариант, я тоже о нем, кстати, подумывал. О том, что можно было бы тут на самом деле поезда, наверное, воровать, или будет, наверное, миссия какая-нибудь, скорее всего, что рано или поздно, там, где надо будет поезд обворовать. Но получается все так, что невыгодно это дело, в поездах слишком мало денег. То есть как-то по-тихому поезд обворовать не получается, и вас всегда палят. А получается, если вас палят, вам такой штраф влепливает. Плюс еще у вас получается же негатив. Ваш персонаж вылетает. Короче, вообще невыгодная история с этими поездами воровать. Я вообще на самом деле не совсем понимаю, как здесь вот ну, по-бандитски деньги зарабатывать. Поезда грабить не получается. На людей просто так нападать тоже не совсем получается, потому что постоянно какие-то свидетели. Да и денег-то особо немного, вот просто у каких-то проезжающих людей. Банки грабить тут получается тоже как-то не вариант. Тоже тебя везде палят. И там, наверное, ну, короче, вообще супер непонятно, как тут вообще деньги зарабатывать, если не по сюжету. Говорят, тут есть какие-то клады. Кто с тобой, мужик? Кто с тобой, мужик? Блин, может лучше тебя не трогать, а? Взять, ограбить. Он умер? Он умер. Приманку нашли у него. Ладно. Бывает же такое. Просто взял и умер человек по пути. Well done, можно, кстати, его еще лошадь обыскать. Она куда-то там уехала. Yeah. Попробуем ее догнать. Лошадь у него выглядит, кстати, довольно неплохо. Что это за лошадь вообще такая? Пососная лошадь, на самом деле. Пососненькая. Она на вид выглядит красиво, но на самом деле пососненькая.
Так, а обыскать мы не можем, потому что почему? Easy. You're okay. Easy now. Так, а теперь можем? Теперь можем. Сильная приманка. Ну слушай, не зря вообще мы обыскали. Еще приманку нашли в лошади. Yep. Миха, ку-ку. Чатик у нас сегодня очень тихий, видать, потому что поздно. Поздно, все откинулись, смотрят стрим. Опа, по-моему, мы приехали, да. Так, и что здесь? Где он? Где наш друг-фотограф? А, вижу, вижу. Блин, как бы его крокодил сейчас не сожрал? Так близко у воды. Блин, Альби, ну хватит срать. Mr. Morgan. How are you? Well, sir. What are you working on? Do you know anything about alligators? Only the basics. Avoid them wherever possible. Well, did you know that in the last 50 years, we've killed 90%? You say that like it makes you sad. They're beautiful creatures. Let's see how you speak when one of them's got you in a death roll. Yes, I will make some creature a very happy lunch one of these days. Let's try and avoid that from happening today, huh? You stay there, you'll get a great shot. Мы должны будем его сейчас крокодилов защищать. А как мы будем крокодила убивать? Покупай всех, чтобы не палили. В этой игре такие огромные лодки. Вы просто посмотрите на размер лодки. Вы были когда, то есть, ну, вы катались когда-нибудь вот на таких вот лодках? Я как бы катался, но это какая-то прям огромная. Блин, красиво-то как, ребят. Last year they brought 10,000 skins out of the swamps of Lemoyne alone. Well, the gators got some catching up to do then. Right, right. There. Вот. That's a likely spot for one. Take us around the island until we see something. Okay. Так вот же, блять, крокодил, ёбаный вот. You see its head? Poking up there. Line us up to it. Beast in repose. All is calm as the predator lurks. All right, now. The other spots were northwest and northeast of here. You know, in the season, there are more alligator hunters down here than alligators. Maybe you can take a photograph of one of them then. Very droll. There was even a tour company that led excursionists to shoot from the deck of a paddle steamer. Ебрить, не говорите, что мы зафейлили. Давай, давай, плыви, 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 плыви. Нормас, проплыли. Yes, there. Oh, no, he's gone. Can you stop the boat just there, off the island? Sure. If we stop too long, locals are gonna start getting curious. Just there, please. So I'm facing the landmass, right? Now look, there's an alligator back in those palms. Could you? Run in there and coax him out. Coax him? Please, he's quite something. Не вижу аллигатора. Где он его увидел? It might just save him from the taxidermist. Fine.
Вообще не понимаю, мы опять застряли, что ли? Что происходит? Я весь текст сейчас не прочитал. Что писали? Куда, блин, тебя ротейтит? Куда? Я просто не вижу аллигатора. Да ёб твою мать, куда тебя развернуть-то? Да я не вижу, куда ты ходишь, что ты хочешь сфотографировать. Где этот ёбаный аллигатор, чувак? Maybe I want this monster stuffed and on display. Huh, that's the spirit. Out you go. Подойдите к аллигатору. Get him to notice you and then turn tail and run. А где он? Опа. Теперь я его вижу. Эй, аллигатор. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да бегу я, бегу, блядь. Лодку залазь, блядь. Ух. If we investigate the area to the east, we can call it a day. 17 feet. Да ядрит, ну сядь же ты, ну что ты встал-то? 21 feet with a 5-foot head. What? They found some big bulls in these parts. Surely they did. There's 20-foot gators here, and us two idiots are sitting in a 12-foot skiff? No. This is in the 70s, 80s. All the really big gators have been hunted out and killed. More the shame, I say. It's terrible. Ain't shame to this rolling fool. Who values his arms being attached to his body? It's them or us, especially with the big one. Так, плывем, плывем. Oh look, that little beach, boars. If we're in luck, an alligator won't be far away. Saving alligators, but you don't mind that pork chop getting butchered? Pork chop isn't in danger of extinction. Этих ты хочешь фотографировать? What? It's got it. Quick, quick. I must get this shot. We caught him. In the middle of his dinner. This is history making, truly. Nature. In all its glory. And cruelty. Could have been you if you stayed on that bank where I found you. Don't. Yeah. We can congratulate ourselves on a job well done, Mr. Morgan. You see something I don't? Why are we stopped? Take us back where we began. Anyway, I hope you got something worth printing. Oh, surely. The nation will see these beautiful beasts for what they are. Killing machines? No. Well, yes. Maybe that's not Я a bad надеюсь, thing. На мою лошадку такой аллигатор не нападет. We hold a love for killers that borders on macabre. Loving killers is part of our makeup. Maybe. А что здесь, кстати, происходит, если вот лошадь убивают? Как все уже, да? Но я знаю, что ее можно оживить, если вы быстро к ней подойдете. А если вы этого не успели или нет оживления, то все? Тогда ГГ? Умерла тогда лошадь? But the agent of beauty is a talentless fool. Although maybe I'll strike a few lucky shots. You sure do make me laugh that way you talk about yourself, Mr. Mason. Почему мы это делаем? Мы что-то получим за это? I'm good for laughing at, if nothing else. I didn't mean it like that. I know. Still, I feel such a fool around you, sir. Don't worry about it. I foresaw many an ignominious future for myself, but never damsel in distress. Well, Good luck, Mr. Mason. Thank you, and to you too, sir. Try and stay out of trouble. I shall certainly try. Прям все-все? Прям надо новую покупать? Жесть.
Короче, ничего толкового мы с этого не поймели. Просто типа хорошую репутацию заработали и все. Такое себе. Come on, girl. Так, что у нас по идее? Я почему не увидел нас? Нормально. У нас получается по квестам только вот какие-то вот эти еще остались боковые, побочные. Кости динозавра, но где их искать, это такое непонятно. То есть если вдруг мы встретим карточки, тоже такое себе непонятно где чего. Запрос это, Дач попросил принести ему трубку, тоже не встречал пока трубку. Попросил принести ему книгу с бульварными ужасами, тоже не встречал. Принести губную гармошку тоже не видел. Самогон. Самогон-то у нас есть, по-моему. И был. Там мы его дели. Это не ясно. Давайте посмотрим. Ведь был самогон. Вот самогон у нас есть. Мы можем ему просто принести самогон и все. Чарльз. У нас есть Чарльз. Чарльз. Где Чарльз? Наверное, в лагере? По логике вещей. Ну, наверное, там он. Давайте съездим. Еп. Кстати, посмотреть, как у нас выглядит с прокачкой лошади. Игрок. Лошадь. Нормально на самом деле, по-моему. Физические характеристики, уровень 3 он у нас. Да, то есть нам еще один уровень и будет максимальный. Здоровье 7 из 10. То есть она у нас уже так более-менее неплохо прокачалась. Выносливость 36%. Кота чистая, спокойная. Понятно. Тип высший класс, арабская кобыла в норме белая. Отлично. Уже скоро будем заканчивать, ребят. А то ко мне поздние гости решили зайти. Неожиданно. Да я и не собирался много стримить, все-таки поздний час уже. Так что мы, скорее всего, завтра днем или с утра, может быть, даже продолжим.
Мне очень интересно, что будет здесь с мультиплеером. Что, кто стреляет? Что происходит? Да сколько ж в него стрелять-то, блядь? Вы видели, сколько я в него зарядил, блядь? Он такой. Что? Там? Подумаю еще, стоит ли его освобождать. Вот эти ребята мне по-любому не нравятся. То есть это был транспорт какого-то заключенного, и на него напали. Мы их отстреляли, но не успели спасти. Так, а ты кто такой вообще? Мы пообщаемся, что ли? Your men are gone. You ain't all that scary locked up in that wagon. Oh, you think you're better than me? You're a killer. Ты нет? Why don't you stop squawking and save me shooting you too? Ну, я, может, освободить, сменить на шляпа. Так, ну ладно. Его освободим. Чем бы и нет. Да не ссы ты, блин. Ты мне еще угрожал, блядь? Ты серьезно? Пиздец. Я его отпускаю, он мне еще что-то там угрожает, типа, блин. Нормальный вообще тип. Пенько. Ладно. Let's go, girl. Хоть в последнее время вообще спокойно доехать до цели у нас не выходит. Постоянно какой-то казус происходит. То на нас нападают, то какие-то попрошайки, то, блядь, то какие-то вот мероприятия происходят, кто-то кого-то обворовывает. То есть вообще, блин, не соскучишься. Я вот думаю, если долго в эту игру играть, то можно будет запомнить местность чисто вот на взгляд.
это нереально. Тихо, Альбинка, уже почти приехали. Терпи немножко. Разве тут разное? Ну, вообще-то да. Так, с кем мне там надо было пообщаться? Чарльз. Где мне его найти? Мистер Морган. Что? I've noticed you've stopped paying into the box. Ты нормальный вообще? Miss Grimshaw. Я только, блядь, приехал. To eat, Mr. Morgan. I'll see what I can do. Thank you. Поньку, блядь. Где Чарльз? Arthur? Да, я Чарльз. Arthur? Да, мужики, Чарльза не видели? Чарльз-то черный такой, да? Мужики, блядь, где Чарльз? Рыбалки как раз. Так, отдайте все долги, да давайте все долги отдадим, а то в пизду. Не люблю быть в долгах. Так. Тач. Чарльза не видел? Seems like more trouble than it's worth. Oh, nonsense. Эриксон, привет. Hosea thinks so too. I sure hope so. Так, я, по-моему, вижу Чарльза. Это не мой канал. Чарльз, так, поговорить, отдать. На тебе алкоголь. Moonshine for you. Okay, thanks. I'll make some arrows for you later. Sounds good. Ах, он ядовитые стрелы нам сделал. Найс. Так, а где оружие? У нас здесь патроны. А как оружие-то выбрать? Каталог, есть оружие? Хочу из моего оружия выбрать то, которое мне надо. Как это сделать? То на лошади нет того оружия, которое у меня было. Это не знаю. Так, ладно, тогда давайте лагерь еще загрейдим. Так, учетная книга. Лекарство. Жилье. Дач хочет палатку поудобнее. А не отсосал бы у меня дача, а, для начала. Теперь повеселимся. Так. Я сам себе хочу палатку сначала поудобнее. Курятник. А что, себе я палатку не могу сделать поудобнее? Или мы сразу всем делаем палатку поудобнее, в том числе и мне? К
Как тут это работает? Улучшает жилье дача. Поощряет всех пожертвовать больше на нужды лагеря. Жилье дача. А мое жилье, когда мы будем улучшать? Listen, Dutch. Can I talk to you a minute? What is it? I think you misunderstood me earlier. I ain't trying to rob you. You know me better than that. What are you trying to do, Micah? Интересно, диалог слушаю. Save everybody. You know me. I'll go back to Blackwater and get the money. Meet you all someplace and we'll be home free. That's it. Just think about it. That's all I'm saying. The way I see it, we gotta try. I'll think about it. Thank you. Here. I'll do whatever you say. Always. Так, мне надо заканчивать, и давайте на прощание загрейдимся жилье, может быть у нас тоже загрейдится жилье, и после этого загрейдится нам жилье. И что? Good evening, Arthur. Так, следующим позванием. Артуру нужна карта, чтобы помочь планировать поездки. Это что, фаст тревел у нас подкроется? 325, ну ладно, давайте. Карта? А у нас теперь фаст тревел есть? Так, улучшить остальные палатки в лагере. А что это даст? Повышает настроение в лагере. Да срал я на ваше настроение. У меня тем более последние $300. Так, давайте посмотрим нашу палатку. Где она вообще? Но она у нас теперь какая-то типа модная, ведь, да, должна быть? Так, вот дач. А я рядом с дачем. Да, мы же друганы. Так, и... А где карта? Где карта? А вот карта. Так, быстрое перемещение. Как это работает? И сколько это стоит? Я не знаю, где это все находится. Ой-ой-ой, так это бесплатно? А от Валентайна как мы опять сюда попадем? Только своим путем?
это, конечно, супер клево. Можем ли мы теперь из других городов перемещаться тоже быстро? Или не можем? Скорее всего, что не можем. По крайней мере, где здесь карту найти, я не знаю. Не появилось. Но зато кстати, этот дом почти построили. Мы когда тут были, его только закладывали. Так, зато здесь есть купальня, куда мы и пойдем. Там мы сначала нашу лошадку тоже почистим. У нас альбиночка была чистенькая. Теперь пойдем и сами искупаемся. Блин, мужик, а кто тебе в лицо стрелял? Я тебе в лицо не стрелял ведь, я тебе в плечо стрелял. Почему у тебя в лице кровь? Ты кокаином увлекаешься и кровь пошла? Или что с тобой? Мужик. Ладно, неважно, я пошел в ванну прямо. Привет, Fast Travel только из лагеря в города. Ну да, я так и понял. Обидно. Привет, привет. Короче, на этой приятной ноте мы будем заканчивать на сегодня. Друзья, подписывайтесь еще раз, напоминаю, на Twitch канал. И на другие ресурсы тоже. Все под стримом указано. Увидимся завтра и продолжим завтра. Yeah, okay, sure. You can just leave it to me now. Yeehaw! I'm scrubbing too hard, okay? Let me know if you'd like a bit of an extra scrub anywhere. You gotta treat yourself sometimes, I reckon. Yes, I know. You let me know if you need anything, all right? So, how are you doing? Fine, thank you. You'll leave this place feeling brand new, you know. My dog, Copper, used to take baths with me when he was alive. Well. So, what do you do for fun? Let's see, there isn't much to do here except count the stars, you know? Does that feel all right? All right. I think I'm good. Okay. Maybe we'll cross paths again.